все желающие смогут бесплатно пройти комплексное обследование состояния своего здоровья. Можно будет выявить болезни сердца с помощью ЭКГ, пройти флюорографическое обследование, выявить на кардиовизоре наличие в сердце патологических изменений. Все гости Дня здоровья получат консультации профильных специалистов – кардиолога, невролога, офтальмолога и хирурга. Профилактическое мероприятие пройдет с 9 до 13:00 по адресу село Юровка, улица Молодежная, 1Г.